Всем большой привет, с вами снова Айс, а мы возвращаемся в Бен и Эда. Возвращаемся за тем, чтобы открыть бонус уровень, возможно. Ну, или просто так побегать по ситуации, как получится. А почему вы спросите первый уровень? Ну, потому что тут я не собрал все банки, как ни странно. И тут как бы 4 упаковки. Как бы. А я собрал только 2 почему-то. Вот, я не очень пойму, то ли это баг, то ли еще что. То ли они где-то спрятаны, и мне нужно их искать. Я до сих пор не могу попасть нормально головой куда нужно. Несмотря на то, что мы ее прошли. Ну, где банки? Реально. Нет. На этом уровне есть еще две... Не знаю, 2 склада банок. Где они? Почему они не засчитываются мне, что я их взял? Вот в чем вопрос. Очень странно. Ну, один был тут, вроде как. Баг, что ли, не пойму. Жаль. Вроде где-нибудь тут. В темноте вот он. Нету. Ну, видите, 2 банки из 4. Почему 2 из 4? Я не знаю, где остальные банки брать. На этом уровне мы собрали все. На этом мы не собрали 2. Давайте попробуем дособрать. Где на первом уровне все банки? Странно очень. Может быть, действительно баг? Да ё-моё. Пытался курицу сдавить. Хотя мы, кажется, уже ачивку за курицу получили за 20. За 20 убитых курей. Ну, эти банки я собрал, да. Какие же банки я тут не собрал? Довольно-таки интересно. Да мне вообще надо идти-то. Видно, нифига. Не очень понял, куда я прыгал, потому что я не видел никуда я прыгал.
класс. Я, кажется, понял, где одна банка, где одни банки, которые я не взял. А где вторые? Это вопрос большой. Может быть, на первом уровне тоже где-нибудь вверху были, поэтому их не заметил тупо. Вряд ли. Хотя все возможно. Да у профи спросить в эту игру, где он четыре банки собрал на первом уровне. А что я делаю? Внимание просто менее сосредоточено на самой игре, потому что я взглядом ищу, где они могут быть. Ну, это не то чтобы оправдание. Естественно, это не может быть оправдание нубства полного с моей стороны. Это пояснение, почему я нублю еще больше, чем обычно. Ой, красота. Ну, красиво ведь, правда? Я тоже так думаю. А, тут какая красота. Так, банки там сзади нигде нету, банок. Да запрыгнешь ты опять. Не может запрыгнуть, блин, нормально. А, вот они, эти банки, которые я тут не собрал. Видимо, да? Да, потому что я прыгал сразу, чтобы пройти там. А, нет, собрал я. Это тем более странно. Тихо. Тихо. Блин. Тогда странно, однако. Помним вот такой небольшой. Ну не то чтобы читик. Где можно вот так вот пройти побыстрее, можно сказать так. На первом уровне меня все тревожит, знаете, вопрос. Где же я? Ладно, блин, тут. Я же на первом уровне то не собрал нужные две банки. Ну, то есть совсем в обучении не собрал две банки. А после этой серии я спрошу действительно, где эти две банки находятся. Что за бред? Я мог их не собрать, конечно. Абсолютно. Ой, понятно. Абсолютный идиотизм, я бы сказал. Да нет там сзади банок, блин. Чем их не собрать еще один? Еще один. Может быть, еще наверху? Но нет, тут наверху. Странно вообще.
запрятано, что ли, так классно? Что их не найти нифига. Там не банки. Нет, там не банки. Пятнадцать-16. На первом уровне 2 не набрал. Где они там могут быть вообще? Тут тоже одна, и фиг его знает вообще, где она есть. В бонусе не набрал. Он в бонусе, где нужно падать, я его даже пробовать не хочу. Вот тут целых 4 не добрал. Давайте попробуем. Да конечно, конечно. А если я вот так вот, а потом еще вот так вот. А вот вообще вот так вот. А, все, слабо вам. А если тут так? А тут вот так, а тут зачем-то так? Ну, зачем-то. Он опять, что он еле идет-то? Мы бегать будем, друг? Эти банки я брал. Вроде ничего там нет. Тут я целых 4 не набрал. Попасть к этим гадам, к птицам в клетку. Фиг попадешь же. А, вот они банки, да? Вставай, бежим, ползем. Вот они раз не собранные банки. Я собирал. Сзади нигде нет. Твою мать. Кстати, сейчас играю на максимальных настройках и не лагает. Странная игра, конечно. Встать можешь? Ну и... Ясно, 5 баг. Пофигу. На это не буду обращать внимания, пусть. Да. Ладно. Пофигу. Мы ищем банки, нам на самом деле плевать. Тут я банки тоже собрал, но их еще раз на всякий случай соберу. Банки есть? Да нет, вроде ничего подобного тут нет. Ай, полетел весело. Этот момент, кстати, я проходил, я не помню даже до того момента почему-то. Видимо, мы очень быстро прошли, я имею в виду не ту, тут, где пластинки. Пластинки это я помню как раз. А вот тот именно момент с там, где нужно проскакивать под лезвие там везде. Видимо, с первого раза прошел, что даже забыл.
Даже не помню, не запомнился этот момент. Как-то. Наверное, я перепрыгивал просто, да, вот так вот. И все. Я не парился особенно. Банки были, естественно, все собраны. Ну, потому что они по дороге. Так, тут банки тоже собраны. Наверху их нет. Конечно, весело, вопросов нет. Ну где банки? 16-19, ты что, шутишь, что ли? Может, у меня игра багованная? Ну реально. Хотя как она может у меня быть багнута, у других не багнута, если она в Steam также покупалась. Хотя если на первом уровне, да, не собрал там две банки из четырех, то есть о чем вообще можно общаться? Вообще можно говорить. Может где-нибудь внизу посмотреть. Ну не вижу я тут, где они могут быть. Ну реально не вижу. Корм этот собачий. Вот еще такое. Слава богу. Он провалился опять в текстуру. Ну и что тебе не сделать, а? Как эту игру на 100% проходить, если банки нету. Банок нету. Хорошо, банки есть, я их не вижу. Окей. Поэтому дело, что так оно и есть. Вообще жизнь какая-то. Да пофигу. Где банки? Где у нас банки? Нам нужно еще. Где-то три штуки, да? Которых я не собрал взять. Где-то не одну где-то там где-то запрятанную, а целых три еще. То есть на самом деле это жесть. Ну все, придавил, да? Ну да. Еще целых три штуки. Офигенно, смотрите, как круто, да? Сократили путь. Умеем, могем. Ну, подождите, я там смотрю. Где банки могут быть? Не, вообще теоретически могут быть. Хотя бы. Хотя бы чисто теоретически, где они могут быть. Потому что на клоуна нужно прыгнуть.
сюда куда-нибудь. В клоуна. В клоуне, может быть, они. Так, подождите. Да и хер мой. Спешу. Тихо. Может быть, вот туда нужно прыгнуть? На второго клоуна. Видите, там такая как бы дорожка. Может быть, туда нужно сигануть как-то? А как туда попасть? Вот сюда именно. Вопрос. Такой вопрос для меня без ответа. Пока что, абсолютно. Я просто этого не понимаю. Как конкретно это можно сделать, если это вообще можно сделать. А не мои выдумки просто. Тихо-тихо, так не получится. Вообще, теоретически, интересно, то можно запрыгнуть? Или это просто так? Дорожка. Можно, смотрите. Офигеть. Ну что, там банки, что ли? Нет банок никаких. Тут видите, просто. Я банки отсюда не вижу даже. Ну реально их нет. Жесть, куда мы попали, конечно. А что там за клетка? Мы вот какие-то там в клетке были. Наверху там тоже нет банок, смотрите. Под куполом где-нибудь. На клоуна запрыгнуть я тоже не смогу, там в нос ему. Да нет банок. Портреты, круто. Тихо. Портреты. Немножко мимо. Да ё-моё. Мимо падаю. Не страшно. Запрыгнуть нельзя, закинуть голову, я как бы, не знаю. Уж портрет кидануть. Тоже глупо. Согласен. Какая у нас серия получится? Найди то, не знаю что. Вернее, там не знаем где. Давайте попробуем закинуть. Ну куда он там закидывается-то? Никуда он там не закидывается, в принципе.
Весело, однако. Да нет там банок. Ну нет их там. Не знаю, куда мне еще прыгнуть. Я, конечно, может где-нибудь гайд, где собрать там все банки и так далее на ютубе глянуть. Где-нибудь еще там, не знаю. Ну это неинтересно, по крайней мере. Мне. Если не получится, так уж не получится. Как бы. Ничего страшного. Или все-таки, может быть, отсюда кидануть мне. Ну, вряд ли. Хотя показывается и эти, сними голову, типа. Там, скорее всего, сними голову для прохода, чтобы без не преклоняться, не нагинаться. Хотя, может быть и нет. Такая подсказка, сними голову. Может быть, все-таки кинуть действительно. Действительно нужно кинуть. Вот смотрите. Сними голову. Это чтобы тут пройти. Банок, ну их нету просто. А это что это я чекпоинт-то тут не пересекаю? Что за бред? Видели? Я чекпоинт не, ну как бы не активировался почему-то. Из какого перепуга он не активировался? Комплит, это я все радуюсь, рад и так далее, но банки-то где? Настолько они неочевидно спрятаны, или наоборот, настолько очевидно, что я не могу их найти. Да нет их там внизу, нифига. Да ладно. Пофигу. А пофигу, бей. На ту штуку я залезть точно не смогу. Не с чего запрыгивать. Вот здесь что, закинуть голову? И там банок все равно нет. То есть как не смотри на это. Банок-то там нет все равно. Красоти. Ну а тут банки есть? Или их тоже тут нет? Ну есть языки клоуна, но... Это все-таки не банки, согласитесь. Три штуки, где они? Тут вообще 8 не собрал, офигеть. Давайте попробуем
тут собрать. Да-да, я знаю, тебе очень смешно. Темно, нифига не видно, куда прыгать. Эти банки могут быть. Банки собрал зато, оба, вот так вот. Вы поняли? Скилл. Это вам, блин, не хухры-мухры. Это банки, сбор банок. Честно, конечно, я должен был догадаться, что они именно там, блин. А, они где-то тут были, что ли? Просто. Ладно. Да ладно. Просто там один еще бонусный уровень хочется открыть. Да ё-моё. Поэтому банки хочется собрать. Конечно, не обязательно делать, в принципе, но... Почему бы и не сделать? Ой. Там, кстати, невысоко, он не должен, по идее, разбиваться. Понятно, что так устроена просто игра тут. Я вижу, где банки, только я не могу, пока что не понимаю, как туда попасть. Как туда попасть? Очередной баг, отличный, нас на качелях покачали. Круто. Ё-моё, опять не в темп прыгнул. А теперь уже поспешил. Зачем мне? Банки хочется быстрее собрать, как зачем? Вот зачем все это? Естественно, банки, только банки. Одну-то мы уже собрали банку, правильно? Видим, где еще находится вторая. И... Может, вообще закинуть туда бошку, да и не париться. Как вам вариант? Мы же это можем, в принципе, устроить. Ну, почти. Не то, что, конечно, я ожидал, но почти получилось. Да ну не спеши ты, там же тебя никто не... Даже то, что уже проходил, все равно мучаюсь из-за того, что спешу. Ну ехать просто. Ну что за бред? Так, раз, стоим, ждем. Он уходит, прыгаем сюда. Стоим, ждем. Все нормально, ушел шарик, прыгаем. Ну ладно, хотя бы так. Почему я не перепрыгнул-то? Не допрыгнул. Странно, вроде нормально прыгал. Ну конечно, мне так казалось, что я нормально прыгал. На самом деле я прыгал явно ненормально, раз не допрыгнул. Но... Так, ушел, прибежали, подкатились. Ну ладно, не подкатились, фиг с ним. А не проще ли отсюда прыгать? Да нет, я бы сказал, не проще. Пизде
издеваются, что ли? Да бошку нужно реально закидывать, что ли? Можно, конечно, попытаться закинуть, там, с какой-нибудь попытки с 25-й, но закинется туда в любом случае. Мне так кажется. Ну, хотелось бы не бошку закидывать, как бы запрыгнуть туда. Мало ли, что тебе хочется, да? Говорит игра. Делай то, что я хочу, говорит игра. Блин, я, кажется, понял, что нужно сделать. Не знаю, получится это или нет. Сейчас мы перевернем этот смертельный номер. Если дойдем до туда. Спешу. В очередной раз ничего не могу с собой поделать. Тихо. Тихо. Ё-моё. Не могу запрыгнуть на этот режущую фигню, да? Запрыгнуть не могу. Ну, значит, может быть, закинуть все-таки. Где эти, как его? Куда кидать-то? Офигенно. А там вообще точно есть эти банки-то? Я их, честно, например, не видел. Как ни странно. Совсем какой-то идиотизм сейчас сделал. Есть, вот они. Слишком далеко, да? Не докидывается. Оттуда, по крайней мере. Он хотел, конечно, вот на эту фигню бы, но он, видите, остро не получается на нее запрыгнуть там, где я хотел это сделать. Так. Где банки, да вообще? Банки вот там. Давайте попробуем кинуть, не знаю. Понятно. В принципе, можно теоретически, да? Ну, теоретически-то все вообще можно. Эх, не докидывается, не докидывает он туда. Не докидывает итогу, знаете, не докидывает собака. Но банки там есть, значит, их взять как-то можно, правильно? Опять же, теоретически. Ну, теоретически-то да. Ай, жесть-то какая. Вот что жесть, а не пройти просто игру, блин, банки собрать. Вот она жесть. Серьезно, что ли? Отсюда допрыгнуть туда мы никак не сможем. Здесь можно было бы запрыгивать, вот, например, на лезвия вот эти, да, которые качаются. Снайдс на них. Вот было бы круто, согласитесь. Взял, встал на лезвие, полетел, как на качелях. Не знаю, я, конечно, могу попробовать. Да. Не запрыгивается.
А чем вообще занялся сбором банок, идиот? Нафига мне сдался этот бонус уровень? С одной стороны. Но с другой стороны хочется посмотреть, что за уровень. Да и хочется банку собрать. Это уже, знаете, какой-то такой вызов. Челлендж. Как-то вообще запрыгнуть. Ты же хрен запрыгнешь, что ли? Вот реально фиг запрыгнешь. Разве что, ну, не знаю, тут действительно только. Ну а как тут запрыгнуть? Оба! А вот так вот. А вот так вот тут и запрыгнуть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Только теперь не упасть. Тихо-тихо. Оба. Тихо. Ух. А банки-то мы собрали, а? Скилл. Это вам не хухры-мухры, блин. Да на самом деле уже пофигу, ну... Просто начну с этого чекпоинта. Да и пройду теперь этот момент легко и просто. Ну, может быть, не совсем легко, не совсем просто, но... Если не буду спешить, пройду. Нормально. Зомби должен быть коцанный, иначе это не зомби нифига. Правда ведь? Чекпоинт. Наверху могут быть банки теоретически. Куда нужно было бы упасть, но теоретически могут. На самом деле не теоретически, но и практически могут. Да и... Как обращаешь внимание на... Где что может быть? Ладно, мы уже в плюсе. Мы собрали на две банки больше, чем до этого на этом уровне. Так что... Все хорошо. Относительно, естественно. Ладно, тут не было никаких банок. Странно. Не, понимаешь, нужно падать, ну. Вот нет банок, да? Понятно. Платформ-то не видно иногда, куда упасть. А вы мне хотите, чтобы я тут банки различал? Тихо. Это не банки, блин. Жаль. А вот внизу, кажется, банки. Да-да-да-да-да, есть. Такое дело. Разница внизу еще банки, да? А мы-то собрали, смотрите, 4. 4 банки. Тихо, стоять. Я не знаю, за что он сейчас, как он там зацепился за что-то, но он за что-то зацепился. Меня это очень радует. Yeah!
банки, конечно. Да ё-моё. Ты чё я творю? Ну, я же видел, что я не успеваю. Ну, зачем прыгать? Давайте лучше посмотрим, где могут быть еще банки. Чисто не заметил лезвие. По таймингу нужно прыгать просто на раз, два, три как-то там. Я уже не помню, что я там считал. Может быть, не на раз, два, три, но... Шапку сниму. Без шапки лучше, правда? Без шапки оно надежнее. Кстати, вот они банки. Тихо. Я видел банки. Я вижу две банки. Ну, две упаковки банок. Сволочи, не дают нам банки достать. Лезвие эти. Ну куда я прыгаю? Вот они, раз банки. Там это дальше еще банки. А. Они повыше. Ясно. Ясно, что нифига не ясно, а? Раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, и ты рано прыгнул, идиот. Зачем так рано прыгать? Ну что это? Идиотизм. Я бы сказал. Почти же собрал банки. Нет, надо было прыгнуть раньше. Может, голову у вас закинуть куда-нибудь, куда закинется. А я так не получится, к сожалению. Это, конечно, было бы прикольно. И весело, но, блин, не получится. А если мы будем в таком виде прыгать с платформы на платформу? Понятно все. Что я делаю? Ну ё-моё. Нам нужны банки с кормом. Правильно я понимаю? Правильно. Вот и все. Ой, рано прыгнул, слишком они как-то нет. Не могу словить тайминг. Глуплю из-за этого. Оба, скилл. Тихо. Может быть, отсюда допрыгнем. Да, тихо. Хорошо. Все нормально. А теперь, можно, знаете, что сделать? Можно вообще вот так вот сделать. И гол забить. Изи. Ну, не изи, конечно. Ну, скилл. Как 16? Где еще две банки? А, ну да, это 10 собрал из 18. А, теперь 16 из 18. 278 банок. Чего? 278 банок из 320? Да, нет. Ну, в ближайшее время я пока что пас. Огромное спасибо, кто смотрел на это мучение. И всем пока-пока.